Доброе утро, дорогие друзья, постоянные подписчики, гости моего канала YouTube. С вами снова я, его автор, ведущий Сергей Смирнов. Сегодня у нас 11 июня 2023 года. Вот и закончилась наша классная уикенд на природе. Мы отдыхаем в Супрасле, отдыхали вот, в очень красивом живописном районе. И вот я вам сейчас покажу уникальное место. Вот, вы знаете, вот мы все жили в гостиницах, в отелях, в разных местах. Вот, я вам сейчас покажу барабанная дробь. Самый оригинальный, самый неповторимый и самый эксклюзивный душ в мире. Ну, вернее, лазеньку по-польски. Итак, барабанная дробь. Ти-динь! Смотрите, уникальный душ. Этот лазенька, я так понимаю, находится, ну, на чердаке, по сути говоря. И она разработана специально для экстремального приема душа. Она разработана для людей, ну, не для таких тупых, а для людей с высоким уровнем интеллекта. Потому что это же надо иметь определенную мудрость, чтобы понять, как вот эта включается штука, как работает этот душ, чтобы пошла отсюда вода. Я же вообще минут, честно, 5 не мог понять, как это все работает. Ну, я до меня долго доходил. Это очень такой, знаете, квест, это головоломка. Нужно было понять, первое, как включается этот душ. Второе, и самое важное, как здесь принимать душ. Потому что, ну, принимать душ можно, конечно, и нужно. Но обычный душ, ты встал и все. А тут же, вы представляете, какой потолок уникальный. Это просто суперская, эксклюзивная, неповторимая, аттракционная, как говорят, архитектурное решение. И вот вы представьте, нужно, чтобы принять душ, нужно очень серьезно провести большую, скажем, интеллектуальную работу. Нужно осознать и понять, как это лучше сделать. То есть вы же понимаете, что стоя это можно сделать. Но это нужно быть либо маленький ребенок, ну, двухлетний, либо это может быть, извините, грубо говоря, карлик. То есть маленький человек, вот карлик. Либо, ну не знаю, вот так вот. Поэтому тут нужно проходить мастер-класс. Я вам предлагаю, тем, кто сюда будет заселяться, нужно отдельно проводить платную консультацию по пользованию этим душем. Есть авторская методика, разработана нашим ведущим специалистом. Он проводил нам тут мастер-класс, инструктаж, как правильно принимать этот душ, чтобы можно было быть, ну, чистым. Потому что это действительно очень уникальная система. Вот, вот такое вот у нас тут классное авторское решение. Это вообще просто супер. Я такого никогда в жизни не видел. Это нечто. Ребята, здесь нужно еще быть акробатом. Нужно иметь гибкость. Если у вас проблемы с позвоночником, если вы, ну, суставы страдаете, то вряд ли вам будет, ну, сложно этот душ принять. Нужно здесь уметь определенную там ласточку, о, поза ласточки принимать, чтобы душ пользоваться. Это вообще хозяева этого, скажем так, этой гостиницы маленькой, этого дома, они просто уникальные люди. Такое изобрести, это же нужно действительно, чтобы жильцы здесь. Это очень большая, они проводят над собой работу жильцы, когда сюда заселяется. Это действительно неповторимое ощущение. Когда вы здесь этот душ примете, вы действительно это запомните на всю свою оставшуюся жизнь. У вас будет просто уйма ощущений. Вы будете просто в восторге от того, что вы здесь душ приняли. Поэтому рекомендую тем, кто любит экстремальный, неповторимый туризм, тем, кто любит проводить время, отдыхать не просто так, а в условиях вообще нестандартных. Вот такое вот вам рекомендую эксклюзивное решение. Еще одно из эксклюзивных решений, внимание, это кровать. Вот тут смотри, какая стена. Стена тоже уникальная. Ну, у меня там в комнате, где мы ночевали, там вообще еще круче было. Тут действительно можно принимать, отдыхать и чувствовать себя, ну, вообще очень максимально и мощно. Поэтому, если вам сегодняшний мой ролик понравился, он вас вдохновил, у вас просто был, знаете, глаза от удивления расширились, вы были в восторге, ставим лайки и подписываемся на мой канал. И ждите много авторского, неповторимого контента. Пока-пока, до собачения, милого уикенда.